Первый день работы, а уже наплыв пациентов. Перед посещением специалистов посетители оценивают обновленное терапевтическое отделение второй химкинской поликлиники. Гардеробная такая хорошая для колясок. Вот я сейчас с коляской захожу, мне очень удобно подниматься. В прошлый раз такого не было. То есть до этого такого не было. На самом деле очень культурно, аккуратно. Очень рада ремонт на высшем уровне. В этом году в отделении отремонтировали фасад и кровлю, заменили окна, санузлы, электрику, провели внутреннюю отделку. Появился свой стиль в оформлении и организации работы. Теплые тона, комфортные зоны ожидания, отсутствие медицинских карт и привычной регистратуры. Вместо нее теперь электронные стойки информации и консультанты. Решение проблемы по принципу МФЦ в одном месте и с минимумом затраченного времени. Вот здесь появилось желание работать. У нас пациентоориентированное направление, мы все делаем во благо наших граждан, чтобы им удобно было, комфортно. Но ни в коем случае не забываем о своих сотрудниках, чтобы работали в приятных условиях, в тепле, чтобы большая львиная доля времени, которую человек проводит на работе, была бы в комфортной среде. В обновленном помещении ведут прием прежние, уже знакомые многим пациентам врачи. В фильтр-боксе принимают людей с температурой. С острыми состояниями и выездами на дом работают в отделении неотложной помощи. 12 кабинетов врачей-терапевтов и новшество – кабинет Центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Это та организация, которая помогает людям найти свой правильный путь к здоровью, учит приверженности здоровью, здоровому образу жизни, осуществляет какие-то методические разработки, встречается с коллективами и отдельными гражданами разных возрастных групп и проводит индивидуальные, в том числе, консультации по поводу именно правильной жизни, правильного здоровья. Ремонт терапевтического отделения второй химкинской поликлиники – часть масштабной программы модернизации первичного звена медицинской помощи. В скором времени свои двери для пациентов распахнет и обновленная поликлиника в Фирсановке. Олег Тюрин, Вильфред Зимковский. Новости. Химки ТВ.